Всем привет, мои дорогие подписчики канала FrontBet. С вами снова я, Макс, ведущий канала. Хочу сразу всех поздравить вас со вчерашними победами. Падерборн, Кёльн, тотал больше 2,5 залетел идеально, как под копирочку, со счетом 1-2. Кёльн 2-1 выиграл, одержал победу, и у нас ставочка зашла. Марсель Амьен тоже была ставочка у нас на этот матч. На тотал 0,5 больше в первом тайме с любой из сторон. Просто нужен был нам гол в первом тайме. Я этот матч не смотрел. Сегодня утром зашел, посмотрел счет 2-2. Думаю, 100% есть гол в первом тайме. Ну и как вы, наверное, сами наблюдали, гол был в дополнительное время первого тайма с валидольчиком. Ну, зашла наша вторая тоже ставочка на футбол. Ребятки, подготовил еще один для вас прогнозик. Это у нас чемпионат Испании, премьера, 27-й тур, Хетафе-Сельта. Прежде чем я расскажу вам, на что мы будем ставить в этом матче, по крайней мере, я лично хочу на это поставить. С каждого по лайку. Не забываем подписываться на канал, нажимать колокольчик. И вы тогда не пропустите мои прогнозы, ребята. Хетафе-Сельта. Хетафе-Сельта. Сельта там где-то... На 17 или, да, по-моему, на 19, на какой-то там строчке внизу. Но это Сельта, ребята. Это Федор Смолов. Это Федор Смолов наш с Краснодара. Паренечек переехал в Сельту. Его там что, купили, не купили, подарили, я не знаю. Шучу, конечно, купили. Вот. А Хетафе на 4-й строчке у нас. Дышит в хвост и гриву всем лидерам турнирной таблицы. На что здесь ставить? Коэффициент у нас будет, ребята, 1,8 на то, что я хочу поставить. А больше ни в одной конторе не дают такой коэффициент на это событие. Только в БК Мелбет плюс Мелбет. Это самый щедрый букмекер, который раздает фрибет при регистрации, при пополнении первого своего депозита до 9100 рублей по промокоду MWIN. Ссылочка в закрепленном комментарии. Переходите, участвуйте в розыгрышах, побеждайте, зарабатывайте. В общем, ребятки, лучший БК на сегодняшний день я еще не видел и не встречал. Ссылочка в закрепленном комментарии. Переходите, регистрируйтесь. Оставить мы будем, ребятки, здесь на гол Сельты. Индивидуальный тотал Сельты больше 0,5. Да, риск. Коэффициент 1,8. Риск. Риск. Футбол — это всегда риск. Правильно, риск. Спорт — это всегда риск. Да, никого не принуждаю. Это лично мое мнение. А что думаешь ты по поводу этого матча? Комментируйте под этим видео. Посмотрим, кто на что гораст. Ну все, ребятки. Ждем победы. Ждем гола Сельты.